Ты такой это. Так, сколько время? Пол второго, я не знаю. Пол второго ночи? Квест. Квест. Наступило лето, и люди проснулись вместе с природой. Берег реки, красота, страшная сила. Полиции усиление, обратите внимание. Люди говеют. Радуются лету. Эй, слышь. Итак, если на медведя, то твои желания сбудутся. То супы. Ну что, Мишуня? Ты залезла сама на медведя. Вы тоже полезете. А ну, сползайте с медведя. Теперь как с него сползти? Что за бескультурье? Ой, почему? Это очень даже культурье. Совсем не слушаетесь. Мишка, пока. Вон над вами куча мошек летала. Я считаю, надо брать лейку. Так, Нина, бросьте. Все подбираете, ходите. Вон сколько мусора. Так, стройтесь, пойдемте дальше. Сыр. Луна сделана из сыра. Я прям вижу, какая она. 2 часа утра. Но птицы поют уже, слышишь? Да, поют птицы. Вообще супер. Красота. Боже, как красиво. Вообще такая сказка. Завтра будет земляничный дождик. Да? Да. Муравьи разводят тлю. Да. Как люди разводят коров. Это правда? Да. Будут их доить? Да, они же молочко тли пьют. Вот так сбываются мечты. Ой, сейчас чихну. Правду сказала. Будьте. Буду. Живи трезво. Угу. Родители провожают детей. Детский пионерский лагерь. Оздоровительный. А вы смотрели Саус Парк? Да. Ягоду по Минику ели? Да, бывает. Ягода по Миника. Вкусная? Вкусная. На что она похожа? Ну, не знаю, всегда по-разному. Да. И всегда хочется съесть ягоду по Минику. Как в Саус Парке, она такая вкусненькая. А что вы съели? Да прибудет с вами сила. Я против. Зоопарк этот. Эти животины, милые, дивные животные должны жить. На свободе. Нету жить, да, на свободе. Зимбабве. Зоопарк.
Еще и фортуна. Какая же фортуна? Вот какая у этой несчастной обезьянки фортуна, ну. Скажем нет зоопаркам.